вечерней картонки. Окей. Испытание. Ну-ка, что тут? А, это ежедневка, это испытание сообщества. Не, ну не это. Не это нам надо. Нам надо обычный забег. Испытание эксперта. Пройдены у меня злые глаза. Предзагрузка и все. А их здесь охренеть сколько. У вас нет героя, вместо него вам будет помогать Геф-кузнец. Порождение Титана. Две маны сминания трехместной. Плюс один размера на этом этаже 50 на 50. Фига решимость. Старый добрый крылодел. Дважды наносит 6 урона вражеским бойцам. Убивай плюс один на этом этаже. Оп. Что? Геф получает изначалие. Неплохо. Герой не умеет сражаться, но знает много карточных фокусов. Рука не сбрасывается, вытягивая карту. Получайте ее копию, чё? Это еще какой-то ивент в Ханкаче, конечно. Увеличивает цену чар на 1. С меткой героя, метка изгнанника. Ваш герой получает 50 к атаке, 50 к здоровью. Герой, который нам нужен, война — это ад. Ноша героя после каждого боя начинается с кованым нагрудником, паленой сталью и потертым точилом. Жесткое тело. И союзные и вражеские получают плюс 5, плюс 10. Ваш пекло получает плюс 10. Ёпт. Тасовка. Блин, я не знаю насчет этих испытаний. Они прикольные, но... Понимаете, типа, как все это выполнить? Их же очень много. Ну, это надо, ну, часов 100 времени потратить. Это, знаете, надо играть, когда вообще не во что играть, когда летом игр нету. Не, не хочу. Испытание эксперта не хочу. Пойдем фул рандом. Прозревшая, давно я такое не видел. И перелом эха. Убежище. Драконы на саппортах. Спуск есть две штуки. Чё-то говно, если честно. Ну ладно, поехали. Укол в руку. Четырех бойцов на центральный этаж. Если что, их потом можно спускать. Чисти всех бойцов от эффектов, которые не идут на пользу Серафиму. Все, шипов, наверное, тоже, да? Не, ну с двумя спусками-то можно их всех потом спускать. А давайте возьмем. И второй артефакт. Чары с поглощением могут отправиться в сброс. Дополнительная карта с вливанием. Или минус один урона бойца. Ну, курочку возьмем. Так, месть культивация. Берите плюс один каждый ход. Или наносит... Ой, вот это вот переднему бойцу взрывчатка говно. Культивацию берем, получается. Дождался Тиана монстр трейнинг. Здорово, здорово. Пам-пам-парарам. Тар-та-та-там, 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 тар-та-та-там. А, она еще и урон получает. Срабатывает при получении урона. А, культивация. Это... Я понял, что это. Повышает здоровье и атаку с самого слабого союзника. Понял.
Руна, я так полагаю, не будет. Под регенерацией, да? Эти 6 брони нахер не вперлись. Что там с Legend of Keepers? Я 100 лет назад следил за ней, но успел забыть. Она в конце апреля релизается. У нее вроде дали дату релиза. Так, мы убиваем тебя, мы хиляем тебя, мы кидаем сюда укол, и все. Может быть, сюда, кстати, ставил укол, чтобы он не продамажил так сердце больно. А, стоп, с первого раза умирает. Герой нихера не умеет, класс. Ну, нет, на самом деле, тут основная проблема вот здесь. Окей. А, накачает его на себя. Ну так даже лучше, наверное. Даже не знаю. Удачно вспомнил. Да, он классный. Будем ждать. И брони. Че, не умираешь все еще? Какого хрена? Брони челиком накидал. Видите ли, умирать не хочет. Окей. Пау-пау-пау. Ну, точно мерцание. Карта, которая под усилениями становится супер круто. У меня же есть таргетный урон. Извлечь один, чтобы дать хп. С вливанием. Ну, поглощаемая карта, почему нет? Один раз юзнули, забыли. Хранитель эхо. Мультиудар, кстати, под героя. Вот она. Блин, скашивательница тоже классная. Давайте ее возьмем. Она же ее культивировать будет хорошо, да? В сторону зеленых 100%. Так. Комбинации, усиление чар магии. И поглощение или нет? Нет, поглощения нету. А пробивание или изначалие есть? Ха. 32 урона здесь. Но всегда бы пробивание еще. Не совсем. Та белка, которая нужна сейчас. Смотрим усиление. Ебой. Герой сколько места занимает? 2, да? Берем. Я даже смотреть не буду, кто там. Я думаю, что надо было ее брать. И теперь даем ей быстроту к мультиудару. Все. Прямо сейчас вливаем одну в другую. Жертвуем мультиудар быстроту. Все, найс. Ну, здесь ничего не нужно. 10 урона сюда, это нет. Все, погнали. Ну, начало хорошее, сильное. Броня на врагах, конечно. А, я забыл. Ну и ладно, мы ее спустим. Какая разница? Мы же ее спустим. Все нормально. Что-то я забыл про эту штуку, да. Про эскизы. Ту-ру-ру-ру-ру. 13 урон в любой таргет, 0 сюда. Она уешет? Да, она уешет. У этой один урона почему-то. Что? Я точно на 25-м возвышении, чего? А, милость крылатых же.
Бля, я не смогу это... Да и не надо, наверное. Ну, вообще, три урона не страшно. Если я ее сброшу, то этот еще... Так, они слабые оба. Нормально. Три урона переживем. Сердце. Может... Так мы сейчас здесь убьем, просто эти не дойдут. Надеюсь. А, скашивание. А, ну ничего страшного, от скашивания нет. Угу. Все ок. Ну, этих по ноль урона. Она самая слабая, почему? А самый слабый считается юнит по силе, что ли? Странно, регенерация хорошая штука. Сливание. Это говно. Скип. Скашиватель или первый пустой? По ХП там считается, так у нее больше было. А, ну да, все правильно, больше же было. Что это такое призывать болотного дракончика? Но чтобы его вызвать... Но если это яйцо даже и появится на втором этаже, я... Я не представляю, как его отыграть. С резьбой плюс 10 и плюс 10. Не, это пустой точно. Ну, вот это... Не, это интересный плей. Ну, предположим, оно появляется на первом этаже. Плюс 20, плюс 10 изминаний. Знаете что? Я хочу это вложить в мультиударовую аниму воли. А, мы в нее уже же что-то вложили. Да, я забыл. My bad. Артефакт похилится или штольня. Штольня штука хорошая. Можно аниму воли клонировать. Чтобы их было две. Почему бы и нет, кстати? Поехали. Воодушевление. Выпад, заряд жнеца. Тут какая-то херня зареспится, да? 20 брони, 1 мультиудар, 31. Не. Хранитель их неплох. Пойдем в тайную пещеру посмотрим. Так, это не боец, это спелл. Они все еще не поменяли нормально, не сделали нормальный перевод. Наверное, мрак. Задвижку искали, задвижку не нашли. Но есть растопка, неплохая штука. Окей. Так, что не так у меня? Чат умер. Кокон все равно топ, чтобы во что-то вложить, так что не парься. Да, кокон классный. Здесь мы точно клонируем аниму. Деньги... Нет, нафиг. Яйцо, которое бафает всех, раскрывается. Да, прикольно, и можно в теории комбинушки комбить. Оп, найс. Здесь у нас все отлично. Повышает ХП союзника с наименьшим здоровьем. Да, понял, хорошо. Алдиар, привет. Знаешь, да, она себя так и будет бафить. А надо, чтобы она аниму бафала. Ну, это потом, видимо, будет происходить. Можно этого сюда спустить. Можно аниму на второй этаж, кстати. Какая станище? Ошеломление. У меня First Strike. О, кокон бесполезный. Умирает, да? 3 урона мало. А у него воодушевление на всех юнитов. Ого.
Да я знаю, что себя бафает. Я понимаю. Скоро будет бафать не себя. Все мы разберемся сейчас. С этим делом. Так, растопка. Давайте сыграем, допустим. Нормально так стюарды забафываются. Колышко триплет выглядит круто, разыграть практически нереально. Да-да-да. Та-да. А хотел же. Ну, ладно, не важно. Че, он долетит, что ли? А, не, убит. Последняя волна и... Убиваем Талос, найс. Убиваем Пауза. Круто, страшно играешь сейчас вообще. Это что-то это, играть-то не во что опять. Опять рогалики. Опять игор нету и рогалики. Непонятно. Где и что. Я что-то в Monster Train такой зашел, думаю, блин, на самом деле лень, если честно. Воля диколесия охренительная. Скрыл пас яиц. Я, конечно, мог бы в теории, но... Нет, даже с вливанием, то есть 4 в сумме. Не, 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 не. Айзек, ты как ты, Айзек? Резьба. А вот если влить вот этого парня в резьбоносного, можно еще один кокон в кокон в кокон. Блин, коконы охеренно куда-то вливать. Можно кокон влить в хранителя эха, например. Сминание. Сминание на скашивателя. Что там с Айзеком? Да, не знаю. В Айзеке сижу 24/7, до этого в него не играл, сижу контент открываю потихоньку, понятно. Ну, мне, я играл давным-давно, и вот он каким был, таким и остался, не знаю. При мне все равно будут вылезать, да, как там. Не хочу второго, я не хочу второй кокон. Размеры этажа бесполезны, манна. Сплы подкачать? Не, надо похилиться, надо убрать уже стюардов нахер. О, крутая штука, берем повестка в армию. Тэрэрэм, быстрота. Тебе мультистрайк, да? За каждый заряд кристаллов. Быстрее атаки, того. 12 атаки, 12 на 3. Допустим, у меня 4 кристалла. Да, если 5, 6, 18, говно. Да вообще ничего не нужно на самом деле. Быстрота на кокон киквем. Быстротой скипать в любом случае не хочу. Сминание в кого будешь вливать, быстроту дойдут. Посмотрел на резчика и подумал, почему бы и нет. Берите прицелим каждый ход, месть, культивация 2. Либо наносить переднему бой. Да не буду я взрывчатку брать, отстань, взрывчатка, говно. Мультиудар сойдет, наверное, не знаю. Чисть чем хилять героя? У них минус атака, кек. Е-кокон. Что вообще? Потому что я не хочу играть прозревшую на первый этаж сейчас. Сюда нужна недобитка. На одного ледиколесия найти недобитку просто. Ладно, не, пускай дерется. О, бессветильник. Нормас. У нас 25. Пускай он здесь стоит. Фармится за каждый килл, да? Нет, только килла ни одного не будет. Кокон. Ах.
Сколько он бесполезен, надо срочно его куда-то вливать. Блин, растопка бесполезна, не знаю, зачем я ее взял. С него разрушители падают релик, влить в него кокон. Вот. Так, здесь-то умирают, надо убить вот этого срочно. Два урона, найс. Так, твой мультистрайк мы сейчас уберем, да? Ту-ру-ду-ту-ру-ду-ту-ту-ту-ту. Ну, кажется, герой мертв. Больно, кстати. Натыкало. Ладно, еще посмотрим. Может, еще не мертв. 10 хп. Так, здесь 10 плюс 18 урона. Броня еще есть. First Strike можно перекинуть, да? Но, блин, они здесь так хорошо работают вместе. Броню. Не могу опустить. Так она не убьет здесь. Даже с First Strike'ом. Ничего не сделает. Не знаю. Не... Я могу убить этого челика. Магичку. Я могу ее убить. Самое главное, что я могу сделать, да? Девять хп. Ну, надо броню по-любому давать. Я, короче, вот что делаю. Регенерация и убежище. Мы живем. Блин, у кулов разве не было пробития? Что-то все казалось, что было. Не, червь. С кристаллов бы разыграть хотя бы немного, да? Гуски не маним. Я не, единственное, я не помню, кто босс. О, он прошел, да? Убьем мы его, не? Убьем. Ну, все хорошо. Просто нужна недобитка на единичку. Сейчас надо в спел уйти. Хранилище разума. Повышает плюс один кристалл на каждом этаже. Почему бы нет? Ай, быстрота, прививка. Классная штука. Для нашего героя, да? Вражеского бойца один пут. Не, ну давайте быстроту возьмем. Под кого-нибудь запилим. Ножница, говно, говно. Угу. Спылы. Поехали. Недобитка. Фак. 105. Удаление поглощения. Нет. Эх, нету недобитки. Давайте вот здесь удвоим. Реген. Герой отлично работает. И сюда еще уменьшение стоимости. То за два дороговато. Хотя... Так, осколки. Поехали, вольем уже кого-нибудь в кого-нибудь, да? А что здесь за спелла? Я же не посмотрел. Уничтожение, сила магии, плюс 30. Блин, пробивание не хочешь мне давать. Удаление поглощения, когда в игре появилась резьба. Да-да-да, не говори. Так, мы тебя вливаем. Ну, видимо, вот в первого из рода давайте. Первый из рода. Итого я уже на 95. Жесть. Мерцание плюс 30, так я хочу с пробиванием, понимаешь? Попуга с мультистрайком, окей. Челики с единичкой силы вылезли. Какие. Какие, ля какие жесткие, а?
сирена с мантрой, допустим. Один урона не хватит, кек. Здесь надо, по сути, кристаллами отыгрывать. Уже... Надо второй этаж качать. Первый этаж мертв просто. Я не знаю, я не вижу смысла. Хотя, стоп. А, ну так мы же... Они же в инвизе. Такая бесполезная растопка, кстати. Окей. Невозможно переместить. Видимо, попуги второго уровня очень жесткие. Они аж, блин, аниму убивают. Не, ща мы им покажем. Фак. 48. У меня 44 хп. Твари? Так, ладно, есть план. Делаем так. Делаем так. Живет здесь, но проблемы, но надеюсь, придет сейчас фул прохил. О, боже мой. Я все равно не спасу, да, потому что не усилил мерцание. Кек. Хера этот жесткий. Женс тебя покупит, я знаю. А нет, может и спасу. Один запасной кристалл. Сюда. Че ж ты так... О, боже. Умри. Найс. Вот этот страшный, который сверху идет. О, воля диколесия. Здорово. 41 атаки. Придется в него укол и этот влить. И перелом эха. Угу. Чтобы сердце его с одного удара убило. Так, здесь надо кристальчиков добавить и поглотить заодно. Сбросить сюда кого-нибудь, у кого много урона. Ну да. Это должна быть победная. Угу. Изи. Ля как танчит. Ля как танчит. Нойс. GG. Там. Прививка с вливанием. Говно, говно. Вот это куда-нибудь влить. Дайте прививку. Заполнение этажа кристаллами. Блин, мне это на самом деле возвращает поглощенные чары наверх активной стопки. Дает один кристалл, который нельзя убрать. Я такой даже не видел. Чё за имба? Что? А можно-то этот эпик в каждом прохождении лутать, пожалуйста? Когда на драконах играешь. Это как артефакт? Ну да. Так на любой выбор. Ничего не буду здесь. Дубликаты, сталь, герцаль, штольня. Можно еще одну аниму взять. Блин, неужели я не могу усилить магию здесь нигде? Идем за артефактами.
Когда этаж добавляется один или более зарядов кристаллов, дважды накладывает на случайного бойца жнец. Говно, преисполненный чар, а стоимость остальных в руке меньшей стоимостью удешевляется. У меня все единичку стоят. Абсолютно бесполезно. Не, у меня есть целебное, кстати, отступление, причем две штуки, по-моему. Подождите, одна всего, я думал две. Что-нибудь в пещерку, да? Что-то говно какое-то. Ну, давай наковальню. Блин, обычные восстановления слабые. Надо как-то уменьшать колоду. Просто-напросто. И один перелом, эх, ни о чем. Сталь, мультиудар, спасибо. Сюда. Хорошо. Блин, я думаю... обновиться, еще что-нибудь поискать, мультиудар, еще один, бесконечность, не, говно какое-то. Типа можно на дно и за ним вот это кинуть. Это надо, чтобы жил к 100, но у меня ничего нету. Пойдем дальше. Сколки. Да как-то нечего, по-моему, здесь качать. Вливать. Не, нечего. А, ну я могу посмотреть, может быть, улучшение чар. Бесполезно. Изначально бесполезно. Я не знаю, короче, поехали дальше. У меня точно нет карт спелла, на который нужно изначально играть. Не, ну на самом деле на целебное отступление еще ничего так, наверное. Мне кажется, мне надо просто через второй этаж играть. Если честно. Спуск для босса. Да вот хз, может быть, мне вообще босса играть на третьем? Сбор. А, это ты, да. Они все получили по ошеломлению или что? Чего они его убить не хотят, а он в инвизе. Я вот что думаю, может мне играть босса на третьем? Но зачем? Тут каждый кристалл нас бафает. Каждый кристалл. Чтобы ее сбросить и потом все отыгрывать на третьем этаже. На втором, вернее. Хз, попробуем. Профиновый головорез. Поехали. Здесь просто каждый кристалл бафает очень хорошо. Прям всех. Вот я типа его спускаю. Адский урожай. Это что? А, это говно. Хорошо. Делаем так. Все стоит дешевле. Делаем здесь поглощение. Делаем, играем вот это, играем вот это. Начинаем боссом культивировать кого-то, наверное, вот этого парня, вот этот парень будет культивироваться, кек. Тебя уничтожить. Хоть и резьбу надо было здесь играть, но... мерзкие просто. Босс, который ослабляет с эффектов, то есть регенерацию будет снимать с нас, да? Вот сволочь. На самом деле надо было просто вливание делать. Парфинчик такой маленький с дубиночкой, да-да-да. Чё-то вообще просто ни о чем. Блин, приходится. Ревив очка. Короче, мы играем здесь все кристаллы просто. И все. Чтобы забафать здесь очень большой урон на змея.
Все кристаллы, все поглощения, вот это вот все. Братан, иди сюда. Надо было на него First Strike дать. А? И поставить его в конце. Да, кстати, хорошо не было. Как культивация работает? Честно, очень странно. Дает плюс один атаки, плюс один хп каждому юниту. Самым... ну, не каждому, а наоборот, самому слабому юниту по хп. Самому мелкому по хп юниту. За каждый, ну, каждый ход, когда хиляешься, соответственно, вроде бы. Это так. Не знаю. Самое слабое хп у меня, к сожалению, вот этого червя... А, сейчас еще про финчика, лол. Ну, кстати, одна эта умирает. Неприятно. Чем герой стакать, если у нее культивация за месть? Разве за месть? Я почему-то думал, что за регенерацию. Хер знает. Зачем я герой стакаю? Я думал, она такая же, как этот. Пустой. Еще одного Людиколесия. Ого. Тоже хорошо, но... У Людиколесия, плиз. Давайте кардролу возьмем. Если только маны не надо. А место тем более. Подожди, у нее за месть всегда, да? Месть, культивация 2. Нет. А. А, она за месть получает культивацию. Я понял, как она работает. Только сейчас. Недобитку ищем, наверное, все-таки. Артефакты у карты из призовых наборов и знамен бойцов появляется усиление. Классно, но нет. Ошеломляет вражеского бойца, проникающего в поезд. Это было бы охренительно, если бы мы стояли на первом этаже. Но это уже бесполезно. Ну, уголь силен, да, но не когда ты на месте играешь, по сути. На месте. Храм. Стоимость чар. Блин, говно. Вливать недостаточно бойцов. Кек. Говёные храмы какие-то мне приходят. Не знаю, бежишь неплохие, наверное. Укол, наверное, тоже. Мне книга на самом деле не нужна. Хотя вдруг какой-то сильный моб будет, да? Поехали так. Кузня. Шипы 10 или культивация 3. Ей, культивация 3, конечно. Чтобы она на первом этаже стояла и культивировалась. Растопку нафиг. Растопка не очень, согласен. Может быть, что-то вот такое сделать. Силу магии плюс 20 и поглощение. Давайте на одну вот так вот бросим. Рерол. Недобитка. Ну, пожалуйста, ну недобитку, ну. Ну, что началось-то? Сила магии и поглощение. Блин, мерцание круто. Ну... Блин, мерцание крутое. На него бы просто силу магии. Деньги на арте оставить. Ладно, ход. Поехали дальше. Вообще тут нечего менять просто. Враги не боссы получают плюс 8 атаки. Да похер. Попробуй. Ух, нихера у них атаки. Хотим ли мы потихоньку спускать? Нет. Наверное, не хотим, да? Юнитов. Я очень хочу First Strike, короче, сюда дать сейчас. Блин, стоп, это уязвимость. А, не, наоборот, это плохо будет. First Strike остается только ему давать. Блин, а он, кстати, умереть так может.
Блин, да можешь спускать просто потихонечку. Кого? Урона мало. Урона очень мало. Не, нельзя. Нельзя никого спускать. Один кристалл и все. Ну и одно поглощение, чтобы здесь еще урона добавилось. Так, как вы тут со своими ферстрайками справляетесь? Не справляются... Пол пачки дохнет просто. Что? Сейчас разберемся, попробуем. Здесь все ок. Начинаем с этого мува. Хорошо. Дальше. Все, хорошо, урона хватает. Найс. Шомерс. На самом деле, расстановка-то неплохая у них сейчас. 6 урона не снимет уязвимость, потому что уязвимость там в ближнем бою, не путайте. Где же, блин, пробивной удар-то, который так нужен? Ну... Ну просто этого убить, попуга, да? А можно этого толкнуть, чтобы они этого убивали? Сколько у нее уже культиваций? Или... Подождите, она культивирует только от урона. О, боже, какая она бесполезная. Лучше бы она с шипами была. Ее бесполезно хилять-то. Так, ладно, этого мы сейчас кристаллами убьем. Все нормально. Тебя мы просто-напросто толкнем. Ульди, колеся вниз, соответственно. Рогача культивирует. Сейчас я понимаю, да, это бесполезно. Герой бесполезен. Ей реально надо было шипы давать, чтобы она на первом этаже хоть что-то делала. Блин, недобитки нужны. Недобитка на целебное отступление бы хорошо работала. Или на, ну, да на что угодно. На прививку. На вливание. А у меня, в принципе, недобитка здесь не нужна, потому что у меня почти каждый ход одни спеллы приходят. Если так задуматься. Эй, это еще что было? У меня колода супер маленькая сейчас. Что? Тебе я реально могу каждый ход спускать? Мне не нужны недобитки, получается. Что мне тогда нужно? Блин, я не знаю, что мне нужно. Все-таки мне надо героя ставить на первом этаже, наверное. И как? Нет, на втором, вернее, я хотел сказать. Так, ты бафаешься за каждое получение урона. Это ты, да? Да, это ты. Тун-тун-тун-тун-тун. Это не очень хорошо. Надо было шипы на центральном этаже кинуть, чтобы больше кардровать на следующий ход. Ну, кстати, больно, капец. Ладно, пока работает, не будем трогать. Ну тут тут так больно, потому что этот челик убивает с мультистрайком. Так-то его убить, и все было бы ок. Возьмите минус 2. Давайте прививку еще возьмем. Кристаллы, больше кристаллов. Возвращают случайные чары и сбросы, и накладывают на них поглощение.
А может попробовать, чтобы бафать змея? Нам же змея надо бафать. Не, я проиграл, кстати, как-то тестер. Мне не нужна недобитка, мне надо налево идти. И опять сброс карт. Артефакты. Лозы. В начале хода добавляет цепкая лоза с уничтожением. 3 урона. В начале хода. Ого. При активации карты с поглощением забой первый. Добавьте 2 таких. Нет нормальных карт. В начале боя добавляет 2 кристалла на каждый этаж. Героя вперед поставить. О, да, кстати, можно же своих толкать лозой. Точно. Ничего себе, дорогие геймеры. Спасибо за рейдески. Здорово. Да, можно героя толкнуть, и пускай она танчит. Офигенно. Значит, ее теперь можно будет играть на третий этаж. Берем, точно. Подожди. Нет, стоп. Нет, лоза притягивает. Да, все правильно. Лоза притягивает вперед. Найс. О, вот этому парню можно выдать... Но зачем? Он же здесь просто как баффер. Мы можем еще усилить аниму. Аниму. У меня ровно 4 юнита в колоде. Это так смешно. Да? Не знаю, ему можно хотя бы немножко статов дать. Типа... Можно еще дубликатик сделать. Вот здесь вот. В храме играть нечего. Есть один плей в храме. Сделать дубликат хранителя эха. И влить его же туда же. Опа, опа, поехали. Сейчас мы только так... забафаем его потом чем-нибудь, наверное. Так, раздвоить. Так, тебя влить в тебя же. А что за по спелам усиляет на 30? А, поехали. Так, уничтожение. Растопка абсолютно бесполезна, но она апает червя на 5. Книга Диколесия тоже абсолютно бесполезна. Она тоже... Две прививки с кристаллами. Не. Растопку убрать и... Вспомнить все, кого дронить будет, не будет, потому что она один раз связается, она сама поглощается. Я посмотрел на нее такой, не, нормально. А серьезно? Не, ставим. Один укол. У меня прививки, они дают плюс один на следующий ход. Уколы не нужны. И вот вопрос, прокачка еще юнитов или... Или здесь рерол 60, это сколько останется? 250? Может быть, какой-то артефакт будет неплох. Пекло получает урон. Стрикс или магия. Вот это бы мне взять, но не могу. Вначале верхний этаж, который нельзя убрать. Заряженный их класс. Не, пекло качать не хочу. Долеть мне точно нечего. Пойдем... Сюда. Быстрота. Серьезно? Мне надо было книгу удалять. О боже мой, лучше аниму бафнем. А, надо было на 10 урона, а не на 5 и 10. Чтобы вообще пекло все-таки взял. Короче, пошли, ну и нахер. Книгу можешь на доп. Существо кинуть. Могу, если мне это надо вообще. Так, хорошо, змей, ага. Ага, поехали. Отыгрываем. А, ты... Еще одна анима скорости. Неплохо, кстати, неплохо. Почему нет?
Дальше сразу же спускаем. Сразу же толкаем вперед. Отлично! Работает! Так, надо что-то. Спуск вернуть. Нет, у меня еще юниты есть, по-моему, да? Или нет, все вылезли уже. Все уже вылезли. А значит, вернуть спуск, сразу же его сыграть. И поехали бафаться. Вроде... Работаем. Да? Так, скорость атаки First Strike осталась только на вот этого челика. Не, подождите, на нем есть. На ком здесь нету? Кто это 21 стоит? А, нет, это он и стоит, все правильно. Все, есть теперь. Вообще не важно просто как и что играть. Ликвидируется убежище. Просто играем кучу кристаллов, которые бафают весь этаж наш. Просто кристаллы. Давай, прививка раз. Прививки два нету. Мерцание не то. Так, тебя по-любому. Тебя. 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 Фаза. Фазы можешь бафать ударом по герою. Кстати. А, не, подожди. Подожди, а в чем смысл бить героя? Нет, он в броне. Бесполезно. Ну, мог бы, но уже нет. Угу. Если бы на нем не было брони. А вот когда броня сейчас исчезнет, тогда можно будет это делать, да. Плюс 2 всему этажу, охренеть. А вот не исчезнет, проблема в этом. Даже от брони по броне считается... А, это же месть. Да, кстати, логично. Так я все кристаллы должен, все атаки туда вписывать тогда. А мне не пришло, потому что у меня рука переполнена. Кек. Да, месть, юзаем. Юзаем месть. Культивируем ГГшку. Жесть. Приветик, уверен, что мне 3 года назад подарили 2 сапки, на тебя решил зайти. Ха-ха, ты классный стример. Ха-ха. Согласен. Очень весело. 3 года назад 2 сапки. Уф. Уф. Так, ладно, поехали дальше. Что мы делаем-то? Так, да, просто бьем даже героя кристаллами. Плюс 3 урона самому слабому. Самый слабый, правда, здесь с быстротой, но... Просто все с кристаллами играем. Хорошая паста. Нормально, да. Вполне. 117. В руке не осталось места. Да понял, я понял. В руке не осталось места. Да у меня всего карт не очень много. Мне бы балласты скинуть. И было бы место в руке. Качаемся, качаемся. Качаем героя. Жива. У нее, правда, 1 регена. Так, центральный этаж — это мультистрайк. Так для меня это дабл культивации получаются, да, на сердце. На боге. Да. Что на экране творится? Ну, имба-билд, как всегда. Стример опять собрал имбу. И все. Чё творится? Тупо через спасение в эскизах. Ек. Ру. О, опять пришло. Хорошо.
Ставим тебя. Ууу, какой классный. Но только герой-то круче. Культивирует там все дела. Толкаем тебя. Дальше поехали. Хилки, хилки. Выбил на 4 героя плюс 1 перс. Да. Так, здесь чуть-чуть не добиваем. Ща научимся добивать, подождите. Так, во-первых, нам надо вернуть целебное отступление в руку. Оно не вернулось! Ню, я не хочу волю Диклесия с поглощением. Хотя, стоп, наоборот, хочу. Но чуть позже хочу ее с поглощением. Пока что я хочу прививку. Перстрайк на вот этого челика, у которого его нету. Блин, ну этого тоже надо будет спустить. Главное, чтобы он там не сдох пока. Так, ну здесь надо что-то делать, чтобы тебя убили, что ли, надо. Да, вот, все, нормально. Поглощение не нужно. Пока что нужны эти хилки. Бафы героя ударами. Подожди. Блин, здесь прям жир какой-то, на самом деле. Мне пока урон... А, хватает. Все нормально. Так, ты еще тоже жив. Все хорошо. Так, герой, плюс тебе регенерация. Блин, мантры неприятные, но... Я-то больше урона получаю, правильно? Мерцание не нужно, кстати. Там-там-там-там-там-там-там-там. Я забыл, что я его... Ай, ладно, следующий ход вытянем. Обратно. Это была почти руина. Почти, да. Там-та-дам-там-там. Так, тебя опять вперед. Танч, давай. Тебя назад. Хорошо, все, поехали бафаться. У нас, кстати говоря, небольшие проблемы. У нас 880 пробегает. Упс. А она что, шипы накидывает? Да, она шипы накидывает. Ее бы как-то добить потом на следующий ход. Мы сможем притянуть и убить ее этим. А, поглощение еще, хорошо. И убить ее иголкой. Блин, если бы на героя была хотя бы десятка шипов, а не вот эта вот бесполезная рекультивация, да? Так, мы же тебя убьем. Ну, сердце еще справляется пока что. Стоп, а ведь укол ее не убивает. О, я могу стянуть врага в... О, боже мой. Тут босс, который тоже не умирает. Ну, спустить ее, а смысл? Блин, шипов не хватает. А, тут есть мерцание, в принципе. Нормас, все хорошо, мерцание. 32 урона, поехали. У тебя сколько? 74 хп, да? Если закидать тебя с пылами, ничего не произойдет. Поэтому мы... С пылы за ноль будут. Да я и так все с пылы сыграю, понимаешь? Ну, я не знаю, я могу здесь кого-нибудь спустить. Хоже на F? Да не, нормально. Я могу вот этого милика спустить, чтобы этого убить. Пошел отсюда. Героя или... Или его... Но это навсегда урон качает. Навсегда. Кому, кстати, качает? Пока что качает охрану Титана.
Блин, может обморожение на мобов накладывать? Может охрану титанов вперед все-таки толкнуть? Хорошая леди. Ну блин, так я плюс три тут получаю рекультивациями. Так, мы здесь вас хотя бы убиваем? Нет. 157 хп, ёпт. Перемещает цель вперед. Можно вот этого вперед переместить, да? Босса. Барбосса. Как, почему мне не хватает урона? Давайте попробуем. Я не знаю, надо что делать. У меня здесь мерцание за ноль. Довольно сильное. Лазоева, у него урона просто очень много, мне не нравится. Лазоева точно надо стягивать. Ёпта, а чё эти так выжили жестко? Ладно, мы сейчас еще попробуем, конечно же, здесь добавить урона. Блин, это еще с мантрой качается, чё-то. Шестьдесят четыре плюс 18. Смогу ли я убить тебя? 7-7 7-8, вернее. Шестьдесят восемь, так. Это 80. Не, все равно придется вот этому первый удар делать. Вот он далеко стоит, а у него, блин, сминание. В этом была проблема. Ну что ж, нам по-любому приходит мерцание на 32 урона, так что надо вот этих просто раскатать немножечко. И все будет хорошо. По-любому приходит мерцание и укол. Правильно, правильно. Вечер только пришел, у вас тут гачи разборки на первом этаже. Ну, на втором, но да. Опять же, можно мобов спускать. Ля, какой толстый. Я очень хочу Лазой подвинуть вперед его, чтобы он заморозку накладывал. Но сможет ли он здесь вытанчить? А кого он танчит-то? Два удара он танчит. И сколько заморозки наложится? 6? 12 с учетом этого. Да не, лучше пускай герой всех тут качает потихоньку. По-любому. Тебя мы убиваем точно. Так, как что мы делаем с этим товарищем? Я думаю, что его можно, в принципе, опустить. Опускать врагов. Просто что? Так, давайте лучше не будем никого притягивать так, чтобы... Не накосячить сейчас. Пускай врагов, чтобы они... Чтобы свои боялись. В тебя ликвидацию, в тебя ликвидацию. И теперь волю Диколесья. Все, хорошо. Жаль, блин, на героя шипов нету. Так, этот попуга пробежал вперед. Сколько мне осталось? Две волны пережить. Но этот нанесет, ну, 8 урона. Ну, нанесет 8, хер с ним. Пускай умрет, да? Давайте тут разбираться, как обычно. Спуск. Мерцание. Мерцание сюда хорошо, чтобы все щиты сбить. Может, давайте мы... Во, идея. Спускаем тебя. Мерцание кидаем сюда, сбиваем все щиты и убиваем одного попугу. Здесь начинаем дамажить героя, как обычно. Ры-ру-ру-ру. Чем все потихоньку бафуют. Смотрите, у них хп держится на одном уровне от рекультивации. То есть каждый из наших юнитов потихоньку получает это. Тащи сменяем вперед, а на следующий раунд обратно танка. Да, сменяем будет первым бить. А вот достаточно ли сильно оно бьет, чтобы оно было первым, я не знаю. Так, эти все дохнут, значит, можно этих убить. Спокойно, мерцанием. Я могу это сделать. Я могу это сделать. Ну, 152 урона, но надо, не?
Блин, ну это самый качанный юнит, он должен сзади стоять. Хотя не, у этих-то трипл страйки. Да не, пускай еще качает пока. Пока рекультивирую. Хотя на следующих, у следующих ход последний. А если у меня будет фул рука, и я не смогу лазу поюзать? Да ну нафиг, работает, не трогай. Серьезно. Работает, не трогай. Hey, we have to be as one, Спектр, спасибо. Спасибо большое тебе за ресапчик. 30 месяцев. Спасибо, спасибо за поддержку. Это конец. Она сказала, это еще не конец. Это еще какой конец? Ну давай, я тебе сейчас покажу настоящий конец здесь. Охренеть тут цифры. Ну герой, кстати, урон-то получает. А сколько на героя регенерации сейчас? 4? Подождите, я же каждый ход вливаю ей реген. А, это не реген, это вливаю один здоровье. Регена у меня нету. Где весь мой реген? Он типа поглотился, что ли? Ну ладно. Да, регенерации-то особой нету. А, жесть, минус 50%, да, кучу урона получил. Фак, ну ладно. Ничи, найс каточка. Хороший такой монстр трейн вышел. Угу. Че, я этого еще не золотил? Странно. Да, легкая. Жесткая каточка, конечно, получилась. Интересная. Очень интересная. Че с драконами тоже. Кажется, я уже выигрывал такое, таким сочетанием.